На телеканале «Беларусь 4 Гомель» новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. Российский форвард Александр Лебедев пополнил ряды жлобинского «Металлурга». 25-летний хоккеист 5 минувших сезонов провел в ВХЛ, где выступал в составе хоккейного клуба «Рязань» и «Молот Прикамья». В самом результативном для себя сезоне нападающий смог отличиться 18 результативными баллами в 50 матчах регулярного сезона. Сергей Малышко – лучший игрок стартового тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Футболист гомельской БЧ в первом туре отметился 2 голами в ворота столичной охраны «Динамо». Железнодорожники праздновали победу в этом поединке со счетом 4-1. Кстати, Сергей Малышко вызван в стан национальной сборной Украины, которая 22 и 24 сентября проведет товарищеские матчи с командами Румынии и Грузии. В символическую сборную первого тура чемпионата Беларуси попал также игрок другой гомельской команды ВРЗ. Это голкипер Юрий Дегтяренко. Вагоностроители на старте сыграли в ничью с Витеном 2-2. В Беларуси проводится чемпионат страны по мини-футболу и среди женских команд. Правда, Гомельская область пока в нем представительства не имеет. Не так давно в Гомеле появилась команда, составленная из девушек. Собрать футболисток помогли участники известного в областном центре спортивного движения «Рух дворовых гульнев». Сегодня в составе дружины почти 20 девушек. Некоторые из них бывшие спортсменки, но большинство попали сюда благодаря сарафанному радио. Играют на тренировках против мужчин. Цель занятия не только проводить время с пользой. В планах у девушек однажды заиграть в чемпионате Беларуси. В Республиканском центре олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке состоялся чемпионат Беларуси по преодолению препятствий. Воспитанница Гомельского областного центра олимпийского резерва по прикладным видам спорта Мария Муравьева показала второй результат на маршруте с высотой препятствий 120 сантиметров. Трижды спортсменка останавливалась в шаге от пьедестала. Гомельчанка стала четвертой на маршрутах с высотой препятствий 120, 125 и 135 сантиметров. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь 4».